Совершать ежедневные покупки, а также основательно закупиться к праздникам в новом супермаркете легко и просто. Ведь ассортимент в сети «Соседи» – это более 14 тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Это будет не очень знаменательно, что именно 200-й магазин. Вот, и в таком красивом месте, да, на сегодняшний день, пока центр не работает в том объеме, в котором он должен работать, к сожалению. Но все мы знаем, какие сейчас в современном мире сложности. Поэтому я надеюсь, что весной, когда полноценно заработает торговый центр, мы сможем полностью насладиться именно комплексом вот этого прекрасного здания. А так я очень надеюсь, что вот это вот место будет очень популярным для солигорчан, для и жителей близлежащих деревень, районов. Я думаю, что это будет очень таким знаковым центром. Но мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы людям здесь было вкусно, уютно, красиво и по доступным ценам. Покупателям новые соседи предлагают широкий выбор мяса и мясной разделки, свинину, курицу, говядину, а также полуфабрикаты собственного производства и колбасные изделия. Обратите внимание на новую торговую марку ProGrill. Это колбаски собственного производства и мясная продукция, которую можно приготовить быстро и вкусно, как на природе, так и дома. Разнообразен выбор и свежих молочных продуктов и сыров, хлеба собственного производства, для сладкоежек ароматные булочки и знаменитые торты и пирожные бренда «Лаванда». Все это не оставит равнодушным покупателей. Также каждый сможет найти здесь все привычные для себя товары. Такой широкий ассортимент достигается благодаря организации собственного импорта фруктов, овощей, замороженной рыбы. Сеть магазинов «Соседи» предлагает покупателям качественную продукцию по оптимальной цене таких собственных торговых марок, как «Альвада», «Умный выбор», «Дельмаре», «Суседский майонток». Вы найдете популярные продукты в разных категориях товаров. Приближается Новый год. Вот и если вы не планируете провести вечер у плиты, то в супермаркете «Соседи» вам с радостью помогут в этом. Разнообразные салаты, мясные полуфабрикаты, суши-сеты и многие другие блюда для вашего праздничного стола. Жители столицы уже оценили еще один собственный бренд «Соседи» – «Нравится кафе». Здесь вас ждет свежий и ароматный кофе, а также большой выбор пицц. Обратите внимание, по 8 января пицца, бургер и охотничья всего за 8,99. К слову, со всеми специальными предложениями можно ознакомиться на сайте «Нравится Бай». Мы себя позиционируем как сеть, которая делает упор на собственное производство. Это и наши замечательные пиццы, которые недорого и вкусно можно попробовать. Это свежевыжатые соки, кофе, все по приемлемым ценам. Опять же, у нас очень много, это большой центр, и здесь в самом центре будет делаться очень много продукции собственного производства. Это булочки, хлеба, салаты, то есть зона кулинарии. То есть мы нацелены на то, чтобы давать свежее, качественное, по приемлемым ценам. А оформив карту по программе лояльности «Купилка», вы будете получать 1% бонусов от суммы покупок на свой счет. День рождения за 3 дня до и 3 дня после действует повышенный процент начисления – 5% бонусов от суммы покупок. Держатель карты «Купилка» может не только накапливать бонусы, но и списывать их. Также для держателей бонусной карты действует специальное предложение от партнеров. Еще одно преимущество приложения «Соседи» – это эксклюзивные купоны, которые предоставляют дополнительную скидку или экстра бонусы за покупки. В целом в «Соседях» для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей действует скидка 10% на социально значимые товары. И это еще не все. Каждые 2 недели в сети проводится акция «Вот это цены». На это время устанавливаются скидки на востребованные товары. «Соседи» – всегда выгодно зайти.